Дяди, тети, здрасте. Сегодня у нас посылка пришла из Китая. Получил вот такой вот триплекс, клещи, обжимка, кто как его называет, такой модели. У нас тут есть для вот таких вот наконечников, но малого размера. То есть полторушка и 2,5. А нет, извиняюсь, 0,25 и 2,5. А это две для других наконечников. Они там в изоляции, наподобие этой. Только там есть металл, который вы обжимаете, и он делает такое крепкое соединение. Ну, у меня их нету на картинке, вот они так выглядят. Их полно там разновидностей. И вот это вот две отверстия, два обжима для них. Клещи состоят из такого храповика, механизм храповика есть. То есть дотянули, остановились, там что-то надо, например, обжать. Это я уже тут пробовал. Вот надо вам обжать этот. Все, остановились, ставили проводок, и все, свободно можно заниматься. Простите, сдохла батарея. Зацепили, прижали. Вот так, раз. И все, оно держится, никуда не денется. Можно брать и свободно провод туда заправлять, чтобы оно уже было на своем месте. Например, можно сделать два провода. Вот как. Нам возле щитовой там или где-то кидаем перемычку. То есть можно сделать два провода. Эти два провода свободно вставляем, заправляем. Можно с неким усилием туда все это дело заправить. О, провода вылезли. Легко обжали. Вот оно в таком состоянии находится. Это первый раз обжали. Второй раз можем дожать или перекинуть еще на меньшее, зажать или тут подправить. Ну, то есть вариантов куча. То есть все обжато у нас, все хорошо будет держаться. Если на меньше кинуть, то получится вот такое вот соединение. А, чуть проворачивается, руками не удержишь. Ну, суть того, что у нас обжалось и держится довольно так крепко. Так вот не вытягивается. Так провод не вытягивается. Плюс, если мы его зажимаем или в клеммы, или болтиком придавливается, то все это дело будет держаться крепко. Че так ее сплющило, потому что это было больше у нас отверстие. Сейчас найдем, где-то я прав маленькую. А, вот. Тут где-то полторушечка, наверное. Если полторушечку попробовать, то это дело будет выглядеть вот так. Вот, свободно влезло. Вот так обжалось раз, обжалось два. И все. Наше соединение крепкое и надежное. Это если, например, вот такие соединения, там один, второй пошел, там третий.
если нет планки, на когда щитовую собираете на автоматы, нет планки, то, а есть под рукой такие наконечники, то быстро собрать можно все это дело. Ну как-то так. Но я хотел себе заказать другое, чтобы зажимать вот такие вот клеммы. Или наконечники. Клеммы, скорее всего, они правильно называются. Потому что вот попробовал, как оно зажало, ну так, не очень он пожмакало. Один хорошо зажало, вот, более-менее так посимпатичней. Ну тут я уже обломал одну, один усик, ну то такое, то я пробовал все. Если надо, то и эти можно зажать, но оно предназначено для вот таких вот наконечников. Еще в планах есть заказать другие для вот этих клемм. И еще что-то там посмотрим. Почему так получается сейчас заказывать с Ютуба, ой, с AliExpress, потому что благодаря вам Ютуб приносит финансы. И за счет этих финансов мы можем себе позволить какой-то инструмент купить. Вот это тут регулировка. Видно здесь плюс-минус. Где ты фокус делся? Что-то не хочет она фокусировать сильно. Плюс-минус. И вот это регулирует усилие. Например, взять вот двумя пальцами, да, свободно, так раз. И храповой механизм, он срабатывает. То есть вот крайняя его точка, да, а вот отпустился механизм, и можно теперь свободно отпускаешь, и он разжимается. То есть вот он держит. Тут раз, и все. Солдатик спрятался, то есть его можно, ну, открыть. А если взять эту регулировку, например, на плюс накрутить, да? Давайте накрутим. Вот смотрите за ручкой, что с ней происходит. Кручу, ручка начинает двигаться. То есть на самый максимум, например, поставим. Все это дело контрагаем. И все, теперь у нас механизм подвинулся, теперь нужно будет прилаживать больше усилий перед тем, как его сбросить. Вот все, что я смог двумя пальцами зажать, это максимум. А теперь рукой, чтобы солдатик наш, вот еще раз щелкнул, солдатик, чтобы упал. А что так надо зажимать? То есть механизм, как бы более усилий прилаживать или что-то в этом роде. Потому что двумя пальцами тут не зажмешь. Ну, работать пока будем на минимальном. Максимально нам пока не нужно. Вот смотрите, как это. Раз и все. Теперь все работает в том же режиме. Солдатик раз, упал, и все. Так что как-то так. Надеюсь, кому-то и пригодится такой инструмент. Всем спасибо за то, что смотрели. Всем большущий приветище. Самое главное, не болейте. Ну и по скриптум. Забыл сказать, что ссылку оставлю в описании. У этого продавца много разных безделушек по поводу, ну, на примере этого. Все это дело можно у него посмотреть, заказать. Пришло за сколько там,
15 дней с Китая в Израиль. То есть без проблем. То, что заказал, то и пришло. То есть я заказывал именно вот это. Ну, чтобы такие пресс-губки были. Они такие пришли. Ничего, ну, другое не пришло. Продавец нормальный, адекватный. Ну и на этом, наверное, точно все. Рад был поделиться с вами своей покупкой. И вам спасибо за то, что смотрите видео, и мы можем приобрести себе вот такой вот интересные штучки. Еще придет там что-то, то в следующий раз покажу.